Как дела, милая? Отсоси себе сам. Спасибо. Большое спасибо. Хорошая мысль. Вот-вот выйдет. Сейчас проходит таможню. Рапорт Стопса о задержании бритых читал? Ага. Пишет, ты действовал адекватно. Адекватно. Господин, что за урод? Это личное, Арт. Ага. Не нравишься ты Стопсу. Десять к одному. По-английски он не говорит. Капитан Данко? Да. Детектив, сержант Галлагер, департамент полиции Чикаго. Приятно познакомиться. Спасибо. А это мой напарник. Детектив, сержант Ридзик. Первый раз в Чикаго? Да. Нормально долетели? Да. Хорошо. Есть хотите? Нет. Пить? Нет. Извините, что перебиваю, но я запарковался в красной зоне. Без обид. Снаружи нас ждет автомобиль. До города примерно полчаса езды. Дорога хорошая. Вам понравится. Приятная ночь. Последнее время жарко. Так бывает только в Чикаго в августе. Влажность достает. Влажность, ну ты понял. Влага в воздухе. А как в Москве? Жарко. Влаги нет. Где научился так хорошо говорить по-английски? В армии. Обязательное обучение. Языковая школа в Киеве. О как! Типа цыпленок по-киевски. Мы ели на свадьбе моей сестры. Виктор Роста серьезно достал твоих комиссаров, раз прислали человека вернуть его домой. Что он там натворил? Помочился на кремлевскую стену? Должен извиниться за своего партнера, капитан. Он по природе подозрителен.